смотрим сюда. Сейчас мы с вами находимся, как бы назвать, ну, в общем, в гостях у Дмитриевича, да? Мы будем говорить о грушах. Вот. Я не просто хвалю Дмитриевича, уникальный человек. Тут есть маленький пустяк. Большинство этих сортов, вот этих вот, которые вы видите, в том числе в руках его, они с моего сада. Вот. То есть, получается так, что миф о том, что это только в одном саду, в одном месте, вот, рядом с Енисеем, это все так и осталось мифом. Почему я говорю, мы сейчас опять вернемся. Смотрите. Доброго времени суток. С Усть-Кокса все пятилетние абрикосы и груши, вот груши, пережили зиму 2019 год, 3 недели, мороз 47,5. Вы представляете, у меня такого мороза никогда не было. А вот яблони вымерзли порой снега. Вот так. И вот я сижу и думаю, в чем дело? Ну ладно, мыши выгрызли шейки. Может поэтому, вот, если шейки, действительно трогали у них только яблони. Но если бы не тронули, 47,5 градуса. Значит, мне попросила моя невестка Таня, которая, Железова, которая делит все проблемы с питомником Сергея Железова, так, ответить новосибирцу, у которого была цифра тоже 47, там было 40 километров от Новосибирска. Бывает и 40, а где-то даже мелькнуло 47. Вот. И она говорит, ответьте, пожалуйста. А мне раз, как раз это письмо приходит. Я не говорю, что ура, все. Все замечательно, теперь 47. Вопрос, сколько дней будет этот? Тут 3 недели стоял такой мороз. Вот. Но есть еще и другие факторы. Подготовка к зиме, они же тоже готовятся к зиме. Так же, как мы утепляем окна. Вот. Мы же себе окна не бьем, как эти, когда перед зимой уничтожают ветки и делают раны на кольцо. А свои окна в доме мы утепляем, да, да. Вот. Одежду зимнюю достаем, да. Вот из моего списка выбрать манжурцы, сыновья манжурцев. Вот. Сеянцы Амура очень надежные. Он сам по себе 40 выдерживает. Представляете, сеянцы. Еще более морозостойкие. Ну, качество плодов не будет таких, как у меня. Или как у этого, Дмитриевича. Вот. Ну, в общем, я как мог ответил. Если я начну опять рассказывать, пальцы загибать, состав почвы, вода, это самое, склон северный, южный. Ну, это наша песня хороша. Еще надо 63 вебинара. Пока поняли, да? Мыши ели яблони. Так. В этом весной люди тоже схватятся за голову. Много потеряют. Даже мы их много потеряют. Потому что никто так толком и не знает, что мышами надо воевать. Об этом уже мы 100 раз говорили. Так, с осени посадила еще ваши косточки на грядку. 1/3 накрыла 5-литровыми бутылками от мышей. Символически присыпала песком, березовыми листьями от пересыхания. Эта зима вроде помягче, больше 35 не опускала. Про погоду боюсь даже говорить, ужас, что по стране творится. В Подмосковье зацвели цветы. Вот. Сейчас 20 градусов, и все померзли, черт. После самой морозной зимы прошлого года на грядке взошли 7 штук абрикосов бросков и 7 ваших. Не укрывало, стало как есть. Весной будет видно, как они перезимуют. Теперь вот. Благодарю вас за ваши своевременные уроки. Вот. Вот только жалею, что в 2012 году не знал о вашем методе. Изгноило благополучно 10 абрикосов и груши за неправильные посадки. Горный Алтай. Это тому. Я всегда зациклюсь. Помните, я сколько дяди Вани это поминал? Вот. Посмотрите, какие корни. А это садец, приготовленный, мы сегодня груши говорим. Садец, приготовленный к прививке. Вот. Внимание. Тут взял, подвернулся садец. Вы сейчас мясо будете. Смотрите, вот этот садец. Человек получил посылки. Интригую, вот здесь чего-то написано, да? Вот, и вот корни. И как вы думаете, вот эти 3,5 корешка, выкормят вот это? Вот. За такие товары надо не деньги возвращать, надо гордо бить. Итак, корни уже вот. А теперь внимание.
Вот этот питомник, он мою фотографию тоже присвоил. Вот. Года. Вот. Возможно, черешня, может, вишня, черешня, гибрид. Вот. Ну, вот торчит пенек, прививка почкой. Ну, в общем, его, смотрите, учеба истеба, она не только покритиковать. Например, вы получите, а у них красивые фотографии, они же их набрали отовсюду с интернета, не только мои. Правильно? Так вот, что с ним делать? Естественно, что ни о какой обрезке они вас не учили, они не знают, что их надо обрезать. Им все это побрали, они даже этого не знают. Вот, отсчитали, вот одна почка, вот это, вот примерно здесь, если отрезать, вот здесь, так, маленький шанс, что все-таки вернуть ему жизнь можно. У меня пальцы сейчас вообще не сгибаются. Я с этого года не могу прививать. Вот так, сгибаю кулак вот, до размера яблока. Дальше чего? Я извлечил эти пальцы, потому что я работал тоже в таких условиях. Мы начинали с Сергея, когда я его учил. Вот, самая низкая температура минус 8, минус 10. Потом вдруг тепло, потом опять завалит снегом. А если не успеваешь, и халтура будет. Поздние прививки, они не успевают вызреть до зимы. А саженец, как саженец. А дальше смотрите, когда-то посылки были почти в два раза меньше, обычно почтовые, помните, стандартные. Вот. А саженцы не могут в них вмещаться, даже обрезаны. Вот. И вот это вот, пожалуйста, фотография, 18 год, правда, не 19, но они с этого меньше не стали. Вот это и есть товар.